Уже четвертый год Наталья Шамис-Мухаметова живет на улице Григория Аксакова в железнодорожном районе Самары. Выходя на прогулку с детьми, непременно посещает одно из своих любимых мест – бульвар на улице Чернореченской. Наталья рассказывает, что недавно на субботнике во время уборки задумалась, как выглядело бы это место после благоустройства. И что можно добавить на бульвар, чтобы скрасить спортивный досуг не только ее семье, но и жителям района. Этот район для меня как бы важен. Я мама двух деток. Я гуляю в этом районе, именно на Чернореченском бульваре. Мы проходим через него. Мы занимаемся спортом, едем на велосипедах, на самокатах. Хотели бы благоустроить тротуар, чтобы насаждения были, ну, чтобы и освещение было на этом бульваре. Бульвар на улице Чернореченской соединяет улицы Спортивную и Владимирскую. Только небольшая его часть засажена деревьями и травой. На остальной территории – стихийная парковка. Недавно бульвар вошел в топ-19 общественных пространств, за которые жители города будут голосовать в рамках программы формирования комфортной городской среды. Жители надеются, что после благоустройства на нем станет по-семейному уютно. Появятся лавочки, урны и клумбы с цветами. Вот это единственный зеленый уголок в этом районе, который необходим жителям для отдыха. Поэтому, если эту аллею благоустроить, сразу микроклимат улучшится, уменьшится городской шум, и также будет благоустроенная территория для жителей города. Любой житель города уже может отдать свой голос за благоустройство бульвара на улице Чернореченской. Голосование началось 26 апреля и завершится 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру.